Добрый день, меня зовут Светлана Романович. А меня зовут Ленара Петрова. Здравствуйте. Мы соучредители коммуникационного агентства Next Media. И совладелицы кафе-коворкинга «Третье место», в котором мы сейчас находимся. У нас журналистское образование, и оно помогло нам 1,5 года назад открыть коммуникационное агентство Next Media. Основные направления агентства – это… Мы оказываем услуги по продвижению в социальном интернете, то есть мы помогаем малому и среднему бизнесу находить своих фанатов, поклонников и клиентов в социальных сетях, то, что сейчас называется SMM. Кроме того, у нас есть ряд социальных проектов, например, сообщество молодых предпринимателей ВКонтакте, в котором сейчас состоит более 50 тысяч участников. Советы, которые мы можем дать тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве или в карьере. И первый совет – это ни в коем случае не ограничивать свой информационный поток. Очень часто можно встретить людей, которые говорят: «Я не буду читать эту книгу, потому что ее написал нелюбимый мной автор, я не буду общаться с этим человеком, потому что это человек не моего круга» и так далее. Мне кажется, что это ошибка, потому что лучшие открытия – это открытия, которые делаются на стыке разных дисциплин. Вы должны расширять свой кругозор, вы не должны включать искусственную фильтрацию, и тогда у вас есть шанс сделать по-настоящему интересное, полезное открытие. Совет от меня – это не бояться делать ошибки, ценить свои ошибки, любить свои ошибки, потому что именно благодаря ошибкам мы растем, в первую очередь, над собой. Когда мы делали это пространство, мы сделали очень много ошибок, и все их исправили, и, кажется, довольно хорошо получилось. Совет от меня – не бояться выделяться. Вы видите, у нас розовые столы, вы видите, у нас бирюзовые стены. Хотя мы находимся в Петербурге, где доминирующий цвет – это серый, где принято не выделяться, где принято носить черное и казаться от этого более умным или интеллигентным или утонченным человеком. Так вот, нам кажется, что в наше время, в которое мы живем, во время, когда все меняется, все очень динамично развивается, ни в коем случае нельзя бояться быть другим человеком, поступать не так, как поступают остальные. А еще я бы посоветовала, что когда сомневаешься и не знаешь, что делать, меньше думать, больше делать. Если начинаешь делать хотя бы маленький шажок в достижении своей цели, как правило, очень быстро все становится на свои места и на все вопросы появляются ответы. Еще мы бы хотели рассказать анекдот, который… Ну, такую историю жизни, которую мы всегда вспоминаем, когда в чем-то сомневаемся. Так вот, история. Говорят, что начать свой бизнес мешают административные барьеры, отсутствие первоначального капитала, отсутствие связи, отсутствие опыта или, проще говоря, лень. Не ленитесь, делайте свое дело. Будьте лучшими и учитесь на своих ошибках. Успехов!